First of all, I must congratulate Uganda for the win. Penalty is penalty. There was in this time a little more luck, but they win, and this is a very important that we congratulate them. Прежде всего, я хочу поздравить сборную Уганды, неважно, с 11-метровых отметок или как, они победители, и мы должны их поздравить. Sure, I'm disappointed. Everybody by us is very disappointed. When you lose in penalty, this is the most hard debt as a football coach and player. Конечно, мы разочарованы, потому что проигрывать по пенальти, наверное, вдвойне обидно, и оно сильно бьет по футболистам и по тренеру тоже. All the players in the changing room very disappointed. Все игроки в раздевалке сейчас сидят очень разочарованными. Me also. И я также. But I'm the first one who must get up. Но первое, что мы должны сделать, встать. Because we have played a very good game for us for the first time. Потому что мы сыграли в очень хороший футбол для первого раза. A big compliment to all players on the pitch, outside the pitch, the atmosphere, how they was fantastic. Я хочу выразить огромную благодарность всем своим игрокам за их отношения как на поле, так и вне его. Это было фантастически. And don't forget, Uganda is 30 places was in front of us. I don't see that on the pitch today. И, пожалуйста, не забывайте о том, что Уганда находится на 30 позиций выше нас в рейтинге FIFA, но мы сегодня этого не заметили на поле. Again, I can only say to the Tajikistan supporters, I'm sorry that we lose. Еще раз я хочу принести извинения болельщикам сборной Таджикистана. But the players give everything. Но игроки выложились, и они отдали все, что у них было. And when some player missed the penalty, и если какой-то игрок не забил пенальти, it's my responsibility. I'm guilty for this. Это моя ответственность, и я беру эту вину на себя. Because this player has a big future, and in my opinion, Tajikistan has a big future. Потому что конкретно этот молодой игрок, у него большое будущее. И в целом у всего таджикского футбола, по моему мнению, большое светлое будущее. And when somebody want to critic this team for penalty losing, I can tell you, you can critic me. И если вдруг у кого-то возникнет желание покритиковать эту команду за то, что она проиграла в сегодняшнем матче по пенальти, я могу им предложить подойти и покритиковать меня. Because I have big shoulders, believe me. Потому что у меня большие плечи, и я все это выдержу, так скажем. For the game is very fast explained. We started very, how I can say that, make a mistake, free kick, goal 1-0 after 8 minutes. We was a little unsafe. Если по игре конкретно и коротко, то в течение 8 минут, увы, мы заработали один ненужный стандарт у своих ворот, после чего уже проигрывали. We are too small for this high players from Uganda. По антропометрическим данным, к сожалению, мы уступали в росте нашим соперникам из Уганды. Uganda make it very clever. Они очень умно сработали на этом стандарте. We must learn, and I must also accept this, that sometimes this in football happened. Мы должны учиться, и я сам также должен это принять и все время учитывать, что такое в футболе может произойти. But the reaction from the team after 1-0 at 8 minutes, new coach, new team, here, Uganda, 30 places, spectators, was from Tajikistan players fantastic. Но реакция после этого гола команды Таджикистан была фантастичной. Сами подумайте, новый тренер, новое место, мы играем в новом месте, здесь много болельщиков, и мы встречаемся лицом к лицу со сборной Уганды, которая на 30 позиций выше нас, еще раз подчеркнем, что выше рейтинга FIFA, и они так отреагировали, это же фантастика. We make the 1-1, then was offside. I'm not sure it was offside, but we have to accept also referee decision. Мы сравняли счет, но там был зафиксирован офсайд. Я не знаю, я не могу уверенно сказать, был он или нет, но мы должны принять решение арбитра. Because I was too far from my position. So the referee see better, no goal, then was the right decision. Finish.
Потому что я находился слишком далеко от этой позиции, и раз рефери усмотрел там вне игры, тогда мы это принимаем и скажем, что хорошо. Referee was very good. Арбитра хорошо отсудил. We make the 1-1, and then everything, I think that you see. The quality of Tajikistan people and players playing football. Pop, 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 pop. И я хочу сказать, что как только мы сравняли счет, вы сами увидели, какие качества у Таджикистана, у их игроков. Мы начали играть в футбол, то есть раз-два, раз-два, три, и все это видели. The only thing what I must critic that we not make the second goal. Единственное, что я могу отметить со знаком минус или прокритиковать, это то, что мы не смогли забить второй гол. Because when we make the second goal, I'm sure we will win this game in regular time. Потому что я уверен, что если бы мы забили второй, мы бы закончили игру в основное время победой в свою пользу. I can again make a compliment to the supporters and to everybody here in the stadium, referees, also Uganda coach. Very fair game, very good, was no problems. And from us, I can make my biggest compliment to my players and to our federation. We make a good presentation from us for the first time. И со своей стороны я бы сейчас хотел поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня присутствовали на стадионе. Я бы хотел поблагодарить команду соперников и ее наставника. Также хотелось бы поблагодарить арбитров сегодняшних, которые отсудили. И самая моя большая благодарность – это моим игрокам, которые сегодня так здорово отыграли, и Федерации футбола Таджикистана. Потому что сегодня мы выступили в первый раз вместе, и я думаю, что мы себя очень хорошо презентовали. And don't forget, our goal was to play a good game today. This we make it. И, пожалуйста, прошу не забывать, что главной нашей целью на сегодняшний день, на сегодняшний матч являлось показать хороший футбол, и мы его достигли. But my big goal and my big dream is from the Tajikistan people also, the players, from everybody was in Tajikistan, that we go first time to Asia Cup. This is our goal, the big. Но моя самая главная цель, и не только моя, но и народа Таджикистана, это первый раз в своей истории выйти в финальную часть Кубка Азии. Рахмат, спасибо for my side. Малайкум салам. First of all, congratulated with good game best of luck from supporters who was supporting Esen Panshambe here at the stadium, local supporters. And the question is, today we were at, in some moments we were much better than our opponents, but there also was shortcomings. And how do you prefer to develop football as well as to decrease these shortcomings? The situation is very difficult for us. We have two trainings, maybe three trainings. That is for a complete philosophy changing very difficult. Для нас ситуация была очень сложная, потому что перед этим матчем у нас было всего лишь 2-3 тренировки, и чтобы полностью изменить философию за 2-3 тренировки, это практически нереально. In this moment, I only can say the biggest compliment to the players, how fast they learn. Believe me, this is a quality. И вот сейчас, в этот момент, я просто хотел бы поблагодарить наших игроков,
в связи с тем, как они быстро учились, это всего лишь 3 тренировки. Because in 2-3 days I tried to press them everything out, but still they was good. Потому что в эти 2-3 дня я даже оказывал на них давление, чтобы посмотреть, как они справятся, и они все это выдержали. I think we must finish the press conference. This is normal. I will give fast question, fast. Last question. А? Кому? About decision, who made decision about Aljunied knee for penalty shoot? And second question regarding Fatulov, why he wasn't to involve this team? At the moment, the situation is very clear. I choose, because the players, we speak with each other, who's safe, and we give him the chance. So when somebody want to critic for that Aljunied, not critic Aljunied, critic me. Мы вместе советовались и в итоге такое решение приняли все вместе, но если вдруг кто-то даже хочет покритиковать Aljunied, они абсолютно не стоит, потому что в конечном итоге это мое решение, я это утверждаю. Если кто-то хочет кого-то критиковать, то, пожалуйста, можете меня. One question. And the last one, we will see in the next weeks who will be, or next month who will be when the players coming. At the moment I make a picture who will coming, that is the reason why Fatulla is not here. Но в следующей неделе мы будем просматривать всех игроков, и на данный момент мы просмотрели тех, кого хотели, и в дальнейшем мы увидим, посмотрим, будет ли Fatulla здесь или нет. I told you, every player has in Tajikistan a chance. Я вам говорил уже, что каждый игрок в Таджикистане, у него есть шанс. But first he must show me. Но первоначально он должен мне доказать, показать. And from when the players continue like this, I will see. Но если игроки продолжат в том же духе, как сегодня, мне придется еще подумать. But I was satisfied with these players. Но я вполне удовлетворен этими игроками, которые сегодня вышли на поле. So why change when you're satisfied? И тогда у меня возникает вопрос, зачем что-то менять, если вас все удовлетворяет? Спасибо. Рахмат. Thank you, coach. I think you're...